Добрый день, мои хорошие. Познакомьтесь, это моя новая скороварка. Старая уже перестала работать, у нее резинка не держит. И я купила себе новую. Заказала на AliExpress. Ссылочку оставлю в описании на эту кастрюлю. Это 7-литровая скороварка. Она китайская, но она очень недорогая. Мне просто была по деньгам, поэтому я ее взяла. Еще не мыла ее. Сейчас буду ее мыть с мыльцем. Вот это постараюсь снять. Не знаю, снимется, нет. Она пришла в коробочке. Вот эти ручки у нее были отдельно лежали. Там шурупы, все это. Не знаю, как шурупы называются. В общем, вот тут все прикрутили мне. Я вчера пригласила человека. Он пришел с инструментом, мне все прикрутил. Вот. Крышка была в сборе. Здесь, как видите, вот клапана. Один вот этот снимающийся клапан основной. И вот этот вот... ой, забыла, как называется. Ну, запасной, в общем, клапан. Будем пробовать готовить в ней. Она по своей... вот по... как это сказать... по дизайну, что ли, она вот такая крышка. Я думаю, это китайцы у нас украли этот дизайн, потому что я помню, такие скороварки при совке были. Вот, очень они удобные, они очень хорошо держат. Здесь вот резиночка, сейчас покажу. Резиночку почему-то я это... вот резиночка такая круглая вставляется, наверное, силиконовая. Не резинка, а силикон, скорее всего. В общем, сейчас буду мыть. Ну, что сказать. Раз появилась новая скороварка, значит, мы с вами скоро будем готовить консервы. Не уходите с канала. Подписывайтесь, кто не подписан. Ну, вот никак она у меня сейчас что-то не лезет. Помою, все приставлю. Вот. Будем готовить с вами консервы. Из круп, из рыбы, из мяса. Сегодня я, наверное, курицу приготовлю. Смотрите на ссылочку в описании. Кастрюлька дешевая. Она по акции идет сейчас. Не знаю, если не закончилась акция. В общем, цена очень даже приятная. Кому надо, заказывайте прямо сейчас. Это не реклама, просто мои рекомендации. Всем спасибо за внимание и пока-пока!